Рейд по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожных путях продолжается. На этот раз под инспекцию попала платформа Красково. Недавно там произошел несчастный случай. Наша съемочная группа пообщалась с очевидцами происшествия. Этот проем пассажиры железнодорожной станции смастерили для того, чтобы одним ловким движением бесплатно оказаться на платформе. Несанкционированная лазейка пользуется высоким спросом. Здравствуйте, а вы не боитесь попасть под поезд? Опасно все-таки? Бывает. Желание сэкономить превыше боязни. Если одни это делают исключительно ради денег, то другим жалко тратить время на пешие прогулки. Ходить далеко, да. Попытка пройти мимо турникетов не всегда может увенчаться успехом. Так произошло 1 апреля. Под колесами электропоезда оказались сразу два человека. До 23 лет, наверное, девушка и парень. Вот это случилось с тем, что не соблюдаются правила движения. Может быть, денег не хватает, может, какие-то другие причины. Бежали они и умерли. Видел, молодые рано совсем ушли. Чтобы подобное не повторялось, на территории городского округа Люберцы проходят рейды. Представители надзорных органов и администрации выявляют несанкционированные переходы, которые в дальнейшем ликвидируют. Очередь дошла и до этой опасной щели. Силами администрации и железной дороги она будет закрыта в ближайшем будущем. И будем наблюдать за ее исправностью. Проблема заключается в том, что самодельные переходы появляются постоянно, а пользоваться ими или нет, решает каждый. Но в этом году уже 7 человек, которые все-таки воспользовались народной тропой, погибли из-за наезда электрички. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,